Это ясно. Тура до финиша. Российский чемпионат омрачил очередной инцидент с участием болельщиков и правоохранительных органов. На матч «Спартака» в Нижний Новгород поддержать свою команду отправилось около 1000 человек. На нижегородской земле приезжие болельщики были встречены хлебом и солью. Еще на вокзале. Его поднес ОМОН. Затем в течение дня гости из столицы подвергались нападкам со стороны местной молодежи. Причем фанаты нижегородского «Локомотива» в этом не участвовали. По окончании матча подрастающее поколение нижегородцев забросало московский сектор песком и кирпичами. Опять-таки фанатская группировка «Локомотива» здесь ни при чем. Напряженная обстановка на стадионе грозилась перерасти в побоище. Тем временем самые активные метатели камней нашли убежище в стенах центра, где и были обнаружены болельщиками «Спартака». Столкновение предотвратило, как в кино, вовремя подоспевшая вооруженная до зубов милиция с помощью пластиковых дубинок и кованых башмаков. И лишь вмешательство Романцева, успокоившего поклонников своей команды, позволило обойтись без дальнейших жертв и дало возможность болельщикам спокойно погрузиться в автобусы и отправиться домой. В текущем чемпионате это уже не первый случай беспредела ОМОНа в отношении болельщиков. Через 4 тура после начала первенства тот же «Спартак» отправился в сопровождении большой группы поддержки на кубковый матч в Ногинск. Тогда, в апреле, органы, призванные поддерживать порядок на стадионе, устроили зверское избиение людей на трибунах. Поводом для этого стала брошенная кем-то безобидная дымовая шашка. Ногинское ЧП стало предметом разбирательства Комитета по безопасности при Российском футбольном союзе. Комитет в лице его председателя Валерия Драганова обещал довести до сведения общественности причины происшедшего в Ногинске и впредь стремиться предотвращать подобные проявления жестокости и насилия на российских стадионах. На дворе октябрь. Через 4 тура закончится чемпионат. О ногинском ЧП, видимо, уже забыли. А в Нижнем Новгороде ОМОН цинично избивает безоружных, лежащих на земле людей, многие из которых — дети.